Им нет и 18, но они уже задумываются о будущей пенсии. В школах и техникумах республики прошли открытые уроки пенсионной грамотности. Послесловием к урокам стали творческие конкурсы, которые состоялись во всех городах и районах Чувашии. Наша съемочная группа побывала в Чебоксарском художественном училище и узнала, в какую форму юные художники воплотили полученные знания. Зарплата в конверте, старость без пенсии. Думай о пенсии с молоду. Выше зарплата, больше пенсия. Призывы, которыми пестрят плакаты, заставляют задуматься о будущем всерьез. Юные художники уже сейчас понимают, чем опасна серая зарплата. Зачастую, когда молодой специалист начинает искать работу, он как раз сталкивается с тем, что многие предложения от работодателей с неофициальной зарплатой могут быть более выгодными. Но чтобы не остаться у разбитого корыта в конце, мы за официальную пенсию, за официальное трудоустройство. Работа над творческими проектами длилась более 4 месяцев. 50 участников и 12 победителей. Плакаты вполне могут стать наглядным пособием для работников пенсионного фонда. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика.